Всем большой привет! И сегодняшнее видео с фикс-прайса. Сейчас я вам покажу все. С фикс-прайса я решила купить вот такой массажер. Сегодня мне взяла, смотрела на него. И взяла. Попробую, думаю, может быть, в душе помыться. Не знаю, на какое тут дерево. Тут уже оскол. Ну, я так думаю, за 50 рублей пойдет. Мужу носки вот такие от фирмы Zuvei взяли, темно-серый оттенок, одна пара. Стельки тоже ему с размером, то есть их можно будет отрезать. И я что-то так не понимаю, или понимаю, их 4 тут что ли? Да, их походу 4 штуки, 2 пары, универсальный размер. Вот. Брюсы вот такие взяли, дрейми, если что, там с говядиной, 60 грамм, это брюсу. Себе я взяла вот такую шкатулку, новогодняя керамическая, 10,5 сантиметров. Вот, вот с таким рисунком красивишным. Смотрите, и внутри это дело выглядит вот так. Он думает, что это его миска. Не знаю, мне понравилась шкатулка. Керамическая, это хорошо. Все. Салфетки первый раз такие видела. Но у меня давно, в принципе, не было это в магазине. Это с ромашкой появились. Взяла попробовать. Далее. Мы взяли вот такие 2 новогодние рюмки. Они такие длинные. 50 миллилитров. Что тут они еще пишут? Расклеили все. Делает Орехово Зуева. Мне понравился вот такой дизайн. Взяли 2. У нас, кстати, рюмок нету. И вот 2 взяли. Такие длинные, прикольные. У нас 2 человека, 2 взяли пока. Все-таки 2 штуки 47 рублей. Но мне они очень понравились, классные. Вот. Так. 2 вафлей с ароматом сгущенного молока и с ароматом шоколада. Это муж ест вафли, я такое не ем. Я не люблю вафли. Ну, только иногда вот могу, которые покрыты шоколадом, могу такие поесть. Потом он себе еще взял печенье сдобно с ванильным вкусом. Вот, 450 грамм. Не знаю, что означает тройка у них. Хлебный спас фирма называется. Дальше он себе взял ремень. Мы взяли, да, в общем-то, вместе попробуем. Кажется, мы там даже, по-моему, ремень уже брали. Новый ремень. Может, прокатить, походить какое-то время. Тарелочку я взяла. Супницу. Салатницу, супницу с таким рисунком. Вот, у нас здесь получается это Кичман, или как его фирма, вот это известная, 20 сантиметров. Вот. 20 сантиметров написано. Тарелка. И последняя. Наконец-то я нашла. Все показывают в видео губку для посуды на подставке. Губка мне, может, тоже не нужна. А вот эту подставку я хочу для мыла пустить, попробовать в ванную. Ну, может быть, и на кухне поставить, посмотрим. Такая милая, прикольная ванночка. Делать Китай, КНР. Вот. Наконец-то я тоже ее обнаружила. Очень такой красивый дизайн, мне нравится. В общем, такие были у меня покупки в фикс-прайс. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.